Наталья, привет. Ну, хотелось бы начать с главного. Какие песни войдут в ближайшие концерты, которые состоятся 9-10 декабря? Будет ли там много новых песен? И вообще, в чем будет изюминка этой шоу-программы? Я очень рада, я очень скучала по вам. Я буду исполнять свои хиты, свои старые хиты, потому что этот тур называется «Тур Хитс». И это название говорит само за себя. Кроме того, я исполню 4 или 5 новых песен. Ну и на финал у меня заготовлен сюрприз. Но об этом пока умолчим. Я постараюсь удивить своих поклонников. А вас скучала полстраны нашей. Спасибо, я вас люблю. Ну вот если касаться новых песен, какие темы сейчас вас вдохновляют? Ну, насколько я помню, раньше в основном песни были о неразделенной любви, о любовных переживаниях. Что волнует вас сейчас? Какие темы вы затрагиваете? Мы, женщины, всегда говорим о любви, о следовательной, о страдании. Но мой муж очень хороший, прекрасный муж, замечательный муж. Поэтому сейчас, наверное, я о страданиях пою уже не так много. А новые песни — это каверы, они не написаны мною. Но все они говорят по-прежнему о любви и о поисках любви. Здорово. Ну а если немножко вот коснуться прошлого, что стало причиной начала именно вот вашей певческой карьеры? Потому что, насколько я помню, вы уже снялись в некоторых сериалах и кино до того, как начали петь. А почему? Это был просто порыв души? Да, конечно. Я прежде всего актриса. Первый раз, когда я снялась в кино, это был «Аргентинец в Нью-Йорке», но на кастинге мне пришлось петь, потому что моя героиня входила в музыкальную группу. Я также пела в хоре в школе, поэтому я так и сказала. Меня выбрали, и эта песня была «Кэсси, Кэсси». Это был хит, большой хит того времени. И потом мне поступило предложение записать диск «Дикий ангел», затем я снялась, и я пела также и для этого сериала. Эти песни пели все девочки нашей страны, и даже мальчики. Я очень буду надеяться, что завтра они тоже будут петь со мной. И с того момента я не прекращала записывать диски, но не забывая о своей карьере актрисы. Это для меня, наверное, важнее. Режиссер очень часто просит меня петь в фильмах. Музыка всегда была со мной. Она всегда была тесно связана со мной. Ну, режиссеры знают, на какую ставку делать. Какая ставка будет выигрышной. Спасибо. Наталья, хотелось бы узнать, вот как вы думаете, почему сериалы, в которых вы снимались, «Богатые и знаменитые», «Дикий ангел», ну, стали, ну, просто мега популярными в России, вот именно с вашей точки зрения? У меня есть теория. Наверное, в прошлых жизнях я была русской. Ну, правда, правда. Первый раз, когда я приехала в Москву, я пошла гулять на Красную площадь и увидела, там продавали матрешек. И мне показалось, что я очень похожа на матрешку. У меня такое же круглое лицо. И что? Правда, правда. И потом, когда я смотрю, например, на своих фанаток, ну, в России, здесь, возможно, больше блондинок среди них, но мне кажется, что у нас есть что-то общее, мы похожи. Черты, может быть, даже какие-то духовные моменты, внутренние. В Аргентине, например, не понимают, почему я так популярна здесь, но говорят, да, это так. Там, в Аргентине, мы представляем, что здесь, в России, вы очень серьезные, а я говорю противоположное совершенно. Я говорю, что люди, нет, люди очень-очень горячие, очень такие нежные. Я думаю, что я очень похожа на вас, на ваш характер, вот с этой точки зрения. Да, и к тому же у меня русское имя, Наташа. Ну вот очень многие звезды уже давным-давно не скрывают, что у многих известных актеров и музыкантов есть русские корни. Но вот, тем не менее, я помню ваше раннее интервью, ну и, конечно же, не мог обойти стороной сериал «Дикий ангел», который шел очень долго и был очень популярен. Тем не менее, вот ваша непосредственность, ваша энергетика, безудержность, сейчас это все сохранилось, вы остались такой же, или что-то изменилось в вашей жизни, в вашей работе вот после рождения сына, после того, как у вас появилась семья? Нет. Нет, сейчас у меня появились морщинки небольшие. Вы на себя наговариваете. Говорит, это ментира? Я говорит. Я врач. Мне как мужчине видней. Я шучу, я оптимист по натуре, мне нравится всегда быть полной энергии, я наслаждаюсь концертами, живыми концертами, этим вот отношением с публикой.
Но в моей личной жизни я, наверное, несколько спокойнее. Наверное, спокойнее наполовину. И там у меня есть спокойствие, которое мне дает мой муж, мой ребенок, моя семья. И, наверное, единственное, что изменилось с рождением сына Мерлина, что раньше мне было важно, чтобы меня любили. А сейчас мне важно, чтобы именно он меня любил. Это дает мне больше уверенности. Ну, вас невозможно не любить. Ай, gracias! Спасибо! Вы принимаете предложения из Голливуда и как вообще относитесь к американской киноиндустрии? Если говорить о профессиональной стороне, я как актриса всегда смотрю, заинтересует ли меня персонаж. Не всегда хороших персонажей, положительных персонажей дают нам, латиноамериканцам, в Голливуде. Сейчас я расту в кино прежде всего благодаря своим драматическим ролям. И два моих последних фильма — это именно драматические роли. Два персонажа, которые очень не похожи друг на друга, но объединяет их, наверное, то, что это очень сильные характеры. И, по-моему, даже Россия тоже купила права на показ. И надеюсь, что у вас тоже его покажут. В любом случае, я открыта, наверное, всем проектам. Хотелось бы поговорить еще о другом виде вашей деятельности, о другой стороне вашей жизни. Вы стали послом доброй воли. Какие это обязательства накладывает на вас? И как эта работа отражается на вашей жизни? И в чем она заключается, эта работа? Да, вы правильно заметили, вот уже два года я являюсь послом доброй воли УНИСЕФ, и назначение мое на эту должность совпало с моей беременностью и потом впоследствии с рождением моего сына. Это очень здорово, это очень сильно изменило мою жизнь. И очень здорово, почему? Потому что все эти переживания или проблемы, с которыми я сталкиваюсь в личной жизни, я также могу доносить до туда. Прежде всего, если мы говорим о первых трех годах жизни ребенка, которые я считаю, что являются, наверное, самыми фундаментальными и главными в жизни ребенка. Вот сейчас у нас, например, идет кампания, посвященная кормлению грудью. И у нас для этой кампании мы сделали несколько фотографий с Мерлином. Здорово. Можете рассказать о собственном бренде одежды, которую вот вы выпускаете? Вы сами принимаете участие в разработке концепции одежды, и на кого она ориентирована? Дизайн одежды — это моя мечта, которую мы смогли осуществить вместе с моей сестрой. Именно поэтому наша марка называется Las Oreira, потому что нас две сестры. Мы делаем абсолютно все. Мы делаем одежду, обувь, сумки, одежду дневную, вечернюю и так далее. Yo tengo muchas ganas por el estilo, digamos, es para una mujer. Если говорить о стиле, то я бы отметила, что наш стиль прежде всего для женщин свободных, с яркой индивидуальностью, для женщин сексуальных и уверенных в себе. Мы продаем, у нас есть магазины в Буэнос-Айресе, в Аргентине, но мы также продаем через интернет. И должна отметить, что большинство продаж через интернет идет именно в Россию. Поэтому я очень надеюсь и думаю, что эта одежда подходит русским женщинам. Хорошо бы это было так, но это непросто. Сейчас вы снимаетесь в сериале, который называется «Только ты». Можете рассказать, о чем он? И такой вот вопрос. С того времени, как вы начали сниматься в телевизионных сериалах, и с теми сериалами, которые создаются сейчас, в чем разница между ними? Как вы думаете? Да, конечно, разница есть. Разница большая. Сейчас, например, вот персонаж, которого я играю, это женщина, которая уже за 30. И приоритеты, конечно, абсолютно иные. Эта женщина, например, Аврора, хочет стать мамой и находится в активном поиске мужчины на роль папы. Но у нее не всегда получается. И она находит, влюбляется в мужчину, но в мужчину женатого, и поэтому становится любовницей. Если раньше мои фильмы говорили больше, наверное, о чистой любви, сейчас уже такая, ну, наверное, любовь не совсем, с некими осложнениями, проблемами. Но главное, что тема любви всегда останется в сериалах. Да, кстати, я с вами согласна. Персонаж, за которого моя героиня выходит замуж, он не то чтобы женат, он уже разведен. Когда его встречают, он уже на тот момент разводится, но поскольку у него очень большая семья, 5 детей, у меня все равно такие ощущения, что я как бы разрушаю его семью и вторгаюсь в нее. Поэтому это все было достаточно сложно, но любовь побеждает.
Наталья, огромное спасибо за столь увлекательную беседу. Большое спасибо. Пока. До свидания. Спасибо. Спасибо.